Всем хороша Турция, но погода здесь капризная. С утра может светить солнце, ну а к вечеру небо затянет тучами и пойдет дождь. Так что иногда футболистам приходится и помокнуть, чтобы потренироваться. Свою переменчивость турецкая погода продемонстрировала и утром перед матчем с венгерским Дьори. Тренировка началась под дождем, а спустя какие-то 10 минут выглянуло солнце. Какой погоды ждать вечером, неизвестно никому. Как всегда перед игрой, мистер отдал предпочтение не физике, а отработке игровых элементов. После обязательной разминки особое внимание было уделено стандартам.